Сеньор, позвольте вас видеть. Тебе нужна медицинская помощь? Вот идет Джоман. Подходите, добрые люди, взгляните. Освободив моих братьев, ты не просто сделал доброе дело, Эдсо. В будущем они тебе помогут. Если попросишь их, они пойдут за тобой. И когда у меня будет своя шайка? Отправь ее к стражникам. Твои люди поднимут шум. И путь для меня будет открыт. Именно. Мне не придется пачкать свой клинок. Это хорошо. Именно. Теперь я расскажу тебе, что делать. План Антонио полагается на обман. Мы должны сыграть роль лучников, но для этого нам нужны их доспехи. Партия таких доспехов погружена в сундуки и ждет отправки в Сета. Захвати сундуки и отбери доспехи. Когда закончишь, тебе надо будет достать лодку и пригнать ее сюда. На ней мы незаметно перевезем людей в палаццо. Считай, что готово. Здесь не место! Уходи! Хорошо. После вас. Ты не уйдешь! Согласен. Покажи им. Си. Я тебе пальцы переломаю. Тебе здесь не место! Уходи! Поднимайте свои груди! Я уже хотел ужасно знаком! Эй, ты что, правил не знаешь, чужеземец? Ты что, хочешь встретиться с маэстро Приули? Он мастер своего дела. Бес. За любую, ступай прочь! Промстите! Неплохо, неплохо. Я думал, он свалится без чувств. Ладно. Бен. Попадешься ты мне! Это было тогда, когда разбился тот корабль. Тебе не уйти! Стойте! Попадешься! Иди сохнись! Придется брать еще. То я ее продавал, а теперь покупаю. Не поможете парень мне? Я знаю, что по крышам, по крышам герой в капюшоне идет. Отлично. Подходи, не стесняйся. Бегите, бегите. Мне здесь нечего делать, пес. Ничто не
освобождение от налога, читайте в полном тексте указа. Тебе здесь не место, Бифолку! Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены. Крути мат на земле! Пусть узнают, что их ждет! Подходи, не стесняйся. Даже не думай. Деньги? Золотые! Деньги! Бей его! Деньги? О, деньги! Только неприятно! О, деньги! От нас он не убежит! Лечу все. Могу подобрать и другие. В деле. У меня самые модные вещи. Подходи, не стесняйся. Обратитесь к врачу как можно быстрее! Нечего здесь делать! Он выиграет для меня немного времени. Безумие! Тут и палацци! Мне пора возвращаться домой! Какая смелость! Эке Белеон! Это именно то, что нам нужно. Я сообщу Антонио о том, что ты выполнил задание. Входи, пожалуйста. Ты помог нам восстановить силы, Эцио. Мы готовы нанести удар. Просто скажи, что нужно сделать, и я все исполню. Подкрадись сверху, под покровом ночи. Эмилио расставил лучников вокруг дворца. Убей их, но только тихо. Их места займут мои люди. А как же стражники? Когда ты разберешься с лучниками, мы соберемся здесь и все обсудим. Не сун проблема. Я разберусь с лучниками и вернусь. Значит, решено. In bocca al lupo. Крепи лупо.
отлично шьем. В качестве нашей работы. Бон Дио! Да, Бен. Подходи, не стесняйся. Слезай, Стром, плачу! Сам! Чарта! Чарта! Он здесь! Сюда. Молодец, Эцио. Все идет по плану. Мои люди уже занимают места лучников. Путь во дворец открыт. Поручи моим людям отвлечь внимание стражи. Сбереги себя для других битв. А когда дело дойдет до штурма, вспомни наши уроки. Сикауту, Эцу. Мы будем ждать вести от тебя. Золото!
Какая удача! Твой карточный домик рушится, Эмилио. Глупости. Я все исправлю. Этот помер Шэм Антонио и его воры. Забудь. Тебе нужно опасаться не их, а ассасина. Почему? Разве он в Венеции? Он здесь уже несколько недель. Ты что, ослеп? Я был занят делом. Кто-то должен был поставить оружие нашим братьям у Флоренции. Да. Мы знаем, что из этого вышло. Довольно упреков. Что тебе нужно, Карло? Господин назначил нам встречу. Через 3 дня. В Санто-Стефано. Хорошо. Я приду. Если останешься жив, советую тебе перебраться в другое место. Во дворце Томишини для убийц. О, настоящая крепость. Как скажешь. До свидания, Эмилио. Хатсо, а если он прав? Эй! Когда подойдет моя лодка, погрузите на нее эти ящики и готовьтесь к отплытию. Куда это ты собрался? Мне нужно найти надежное укрытие. В чем дело? Похоже, он работает на Антонио. Вот это он! Бейте его! Нет, я слишком много вложил в это дело. Не бойся. Я не боюсь ассасина. Но мне жаль. Рушится единство. Стабильность. Порядок. За него пришлось дорого заплатить. Прогресс требует жертв. Мне неприятно делать это. Но другого выхода нет. Покойся с миром. Раджу! Он там! Вперед! Извини, не удержались. Пойдем, откроем ворота Антонио. Дворец захвачен, Эмилио, больше нет. И все это благодаря тебе. Иди, сорви знамена, Эмилио. Верни то, что он украл у народа. Скажи, Эцио, как я могу отблагодарить тебя? Деньги мне не помешают. Это легко. Что еще? У Эмилио была встреча с каким-то человеком по имени Карло, чиновником. Ты знаешь его? Карло Гримальди, член Совета 10. Почему ты спрашиваешь о нем? Мне нужно кое с кем встретиться.
Какое мастерство! Бог повелел! Я убью всех нарушителей! Для изготовления фейерверка! Полный текст указа вывешен в здании гильдии! Что ты здесь делаешь? Слезай! Посетите кузницу Бертуччо! Подходите, друзья, с тех... Будешь здесь еще раз? Заходи! Доспехи, замки и столовые приборы! В течение трех поколений семья Бертуччи и разум потерял. Я не знаю, что тут ходит. Я был в машине, и они раз за разом отправляют меня обратно. Я теряю контроль. Перед глазами все расплывает. Я держу ружье, а вдали Геттисберг. Кто зарезал человека, и мой камзол в крови. Я в опере. И у сопрано прекрасный голос. Я трахаю ее. А кричит. Я выступаю на форуме. Но меня никто не слушает. Я несу охоту. Я вижу луну. Я не могу уйти, пока ты все не поймешь. Послушай, ну откуда, по-твоему, у нас эти способности, а? Они у нас в крови.
Может быть. Ну да, был такой миф, какая-то чепуха про то, как боги брали в жены смертных женщин. Стой, незнакомец! Стражу! Вон там! Бей его! Остановите! Мы тебя сожжем! Дело да, Тонгел, сеньор Эйке Дивертименто! Окружайте его! Закончим это по-быстрому! Он быстро устал, так что не рискуйте. Ждите, пока он раскроется. Вперед! Сзади! Не дай ему опомниться! Осторожно, парни! Это не новичок! Анимали! Помогите! Подсеваться! Он большой хитрец! Скоро твои кишки украсят! Не нервничай! Жди, когда он ошибется! Сверху! Одю квесту! Прячь с дороги! Прячь, брат! Не дай ему опомниться! Не нервничай, жди, когда он оживется! Скоро твои кишки. Боишься? Дорого за это заплатишь. Не нервничай. Жди, когда он ошибется. Ugh!
бежать за помощью! Бежать домой! Наверное, это южане. Они могут запросто убить из-за пары монет. Пожалуйста, пощадите меня, господин. Yeah.
Thank you.
Ah!
Уверен, у меня есть то, что вам нужно.
друзья, с тех пор... Чао, сеньоры. Расскажите обо мне своим друзьям. Ну, значит, в другой раз. Бонжорно! Зачем он это делает? Доброго дня! Может, в другой раз. Чао. Отходите, друзья. Кровопускание – это часть здорового образа жизни. У меня лучшие товары из металла. Никто не видел моего помощника. Он был где-то тут. Бен, мы с тобой.
Покажи им. За них! Одного человека. И он поручил мне передать каким тебе способом... умри! Пусть вам всегда улыбается удача. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или еще где? Здесь?
Разве это законно? А, не мое дело. Такими фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Числа утонувших. На канале городской совет запрещает гондольерам. О, твой убийца! Не подходи! Прочь, бродяга! Стража! Здесь продаются только лучшие товары. Если вам противна роскошь... Привет! Тебе весело? Хам! Совета. Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-канале, городской совет запрещает гондольерам злоупотреблять выпивкой. Внимание! Все торговцы восточными пряностями облагаются новым налогом на содержание арсенала. А в условиях освобождения от налога читайте в полном тексте указа.